чтобы показать, чтобы никто не видел, что я снимаю. Ну, конечно, если честно, это вам не Америка, лобода всякая. Это вообще навес ветош. Вот где можно для животных оплатить 2 рубля килограмм. Господи, на 200 рублей. Все собаки в приюте будут счастливы. Зато салфеточку вот такую увидела 100-летней давности ручной работы. Ну, тут сильно все удручающе. Сегодня 30% скидка в этом секонде. Детская хорошенькая, но детская кругом хорошенькая. Можно найти. Потому что детки вырастают быстро, еще не смешивают. Может, лаки присмотрю что-нибудь, переделаю симпатично. Игрушек много. Сейчас посмотрю игрушки. Цены, конечно. Ой, какой бельничка. Ну, не знаю, я не вижу ничего интересного. Не вижу ничего интересного. Хотя люди ищут что-то на ходу. Я пока что ничего не вижу интересного. Сейчас похожу, посмотрю. О, без рукавочки. Большой секонд. Пока что такое хухло. Детские вещички, прям песня есть для малышиков. Очень много хорошеньких вещичек. И деткам можно брать прям. Ой, вот это какое хорошенькое. Блин, не могу так снимать открыто, чтобы было видно, потому что следят. Не хочу, чтобы вырвали. Но вещичек интересных очень много. Детских. Вот еще один листик с детскими вещичками. Очень даже симпатичный. Ой, какая блузочка. Красивенькая блузочка, длинненькая. Что я все-таки себе купила для одного дела интересного. Если не получится, не жалко будет выкинуть. Если получится, покажу, что получилось. У меня свитерок один
Очень классно. Но он на меня получается сейчас коротковатый. Поэтому... Все, можно чекнуть домой. Вон. Светофор. Я уже иду домой, к своему дому. Как раз прогулялась, сходила в секонд, купила себе кое-что для рукоделия. Я не знаю, записался ли звук, пока я была там в секонд-хенде, но я решила порассуждать, пока иду домой. Мне из-за моей спины теперь необходимо хождение. Ходить просто так ради спортивного интереса у меня нет желания прогуливаться там вечерами или я не знаю. Я решила, раз я люблю посмотреть всякие там свалки Шпирмюль в Австралии или, допустим, Гудвиллы, секонд-хенды в Америке, почему бы здесь не проехать у себя в городе и не посмотреть, какие секонды есть у нас. И, соответственно, записать и показать то, куда я хожу. И поэтому я решила, что я съезжу, проедусь раз, другой, третий, посмотрю, вдруг что-то будет мне интересное. В общем-то, результат уже есть. Я тут у нас сходила пару недель тому назад у себя на районе секонд. Купила детскую курточку без рукавочку. Совсем на младенца. И пошила своей любимой собаченьке шикарную куртку. Теплую. Мы теперь щеголяем. Надо будет заснять тоже, как она в ней гуляет на улице. Я там, по-моему, выставляла, как я ее переделала. А сейчас я купила себе удлинить свитер хочу. У меня есть классный свитер. Ну, как-то немного уже не по возрасту мне. Он свитер, платье, что-то такое, туника. Ну, не совсем по возрасту, уже так щеголять ляжками. Поэтому хочу одну идею воплотить. И как раз, наверное, засниму это все. Я не пойму, у нас птицы летят. Не то в дальние края, не то из дальних краев. Стая целая. Это я к дому уже к своему подхожу. Поэтому тут так у нас зимой уныленько. И интересненько. Сейчас уныленько. Вот я сейчас приду домой, засниму, что именно я купила, и скажу, какую я идею хочу. Постираю все, чтобы не воняло. У нас секонд пахнет обработкой, поэтому я вот уксусом придумала избавляться. И я думаю, уксус уберет. Из куртки убрал. Хотя куртка детская-то не пахла. Может, мало висела, не знаю. Короче, сейчас приеду. Сейчас приду и покажу. Лакуся, не лезь под ноги. Все, я управилась. Собаку накормила. Себе есть приготовила. Сейчас покажу, что купила. И буду заниматься своими делами. Постираю все. Уксус купила. Вот я. 60 рублей я заплатила. 20 рублей я потратила на проезд. Ну, это мелочи. Это я прогулялась в дальний секонд. Юбочка мне нужна для одной моей идеи. Я потом покажу, что я хочу сделать. Надеюсь, получится. Если нет, значит, просто выкину. Какая-то вот фирма, имя, не знаю, этой юбки. Вот ее. Вот ее бирка. Самое главное, что она из хлопка. Мне нужен был хлопок. Поэтому я ее буду разбирать на валаны. Поэтому мне все равно, какая у нее фирма. И вот такая маечка. Маечка тоже хлопок. Маечка, туничка. Такая бирка на ней. О, вот так видно. Бирка. И она производитель Индия. И она совершенно новая. Хлопок. То, что мне нужно. Кружево. И мне нужен вот такого цвета хлопок. Что я из нее потом сделаю, я покажу. Но опять же повторюсь. Не получится, я выброшу. Постирала я свои покупки. Отделила валан от юбки. И теперь я буду кроить из блузки майку. Чтобы потом этот валан прицепить вниз майки. Рукава сниму. Верхнюю часть я все отрежу. И буду думать, что как мне сделать более длинную майку под свой свитер. Вот такие бретели у себя нашла бельевые. Резинка бельевая. Возможно, сделаю как бретели. Ну, в общем, подумаю. Сейчас покажу свитер. Вот он, виновник всего этого действия. Туника, свитер, не знаю, как сказать. Но это не свитер, это длинное такое платье или туника. Но мне как-то для меня коротковатое, поэтому хочу сделать двухслойное и валаном удлинить. Посмотрю, что получится. Сейчас я покажу, как это выглядит со спины. Моя туника.
Вот она со спины вот такая, подлиннее задняя часть. И такая имитация застежки. Это одно из моих рабочих мест. Там я делаю броши. Осталось одну расшить. Это не единственное мое рабочее место. У меня их несколько. И инструментов у меня очень много. Еще одна есть машинка швейно-вышивальная огромная. Есть оверлок. Много еще чего есть.